если, блядь, энергии нет. Он должен его собирать. На, ты про этого, блядь? Он сидел на цепи, чтобы цепи тянуть. Ну, что-то, может, не получалось. Поэтому главное сбить эту хуйню, да, подтянуть и все. Ну, блядь, если эта хуйня слишком далеко от танка, то этот должен, блядь, мотоцикл их привозить. Ну. Чисто доставка, блядь, Яндекс.Еда. Кринж, блядь. Так, артстайл. Манна лично доставляет, да? Так, артстайл, еще раз, с кем ты... Хорошо, я с Егором, ты с Рылом, Воид с Арчи, Сашке, с Денисом давай тогда. Я тогда это, блядь, буду сидеть нахуй в башне и хуярить. Как говорится... Кто еще у нас есть такой? Смекалка, ты сядешь в трофейку? Бля, я в большую поеду, в осадный. Максим. Хорошо, стресс, ты шаришь? За конфидан? Да. Ну, разберусь, я там был, на офи катался. Смотри, тогда с Сашкой вместе сядешь. А чё, с Алиской давай сядем. Мы просто друг с другом рядом. Все, собрались, но... Тебя ждём. Ждём тебя. Так в половину жерты стояла. Так вот. Половину и стоит, сейчас уже половина. Сколько, блядь? Здорово! Чё, рёшь-то? Что за мать? Давай, срез, тогда ты садишь с Алисой, с Сашки, сейчас к Сашке кого-то найдем, кого-то подсадим. Я тут. Самому нубу дайте что попроще. Встаньте возле машин тех, кого назначили, чтобы мне было проще потом понимать, кто с кем. Блять, по машинам. С армии вспоминаю, блядь. По коням, блядь. Когда все экипары стоят возле всех машин. По машинам. Какая у тебя армия, блядь? Блядь, я... Вообще-то я водитель БМП-2, нахуй, так что, блядь... Нахуй. Да, и чё нахуй. Так что я шарю, блядь. А у меня самолет свой. Шкаф вообще, Арчи еще тут нет. Я бегу, я еще вообще в Долоране. А я на подлетке живу. Сейчас. Ой, на подводке, блядь. На подлетке. Подводке в основном. Кого еще сумануть? Ставьте шкаф, сумуньте всех. Все, рейд готов. Агрессив, только ты под вопросом. Можно тебя поменяем. Если нечаянно придет. Два дроида, да, получается? Тут кто-то стал, да, возле машин. Давай вот сюда. Становитесь, кого назначили возле машин. Назначите меня куда-нибудь, Лоя. Я ничего не знаю. В мотоцикл, нахуй. Саня, сейчас он под нами подольет, нахуй. Где мы, Макс? Вот наш первый сам. Да. Экипаж номер один готов, бля. Видите, просто какой-нибудь? Сейчас не торопитесь сразу садиться. Гавайт, назначай. Я запустил. Еще раз. Егор со мной. Воид с Арчи. Крылу идите кто-нибудь, кто, не знаю, смекалка не знает. Блядь, Мумура, иди к Крылу. Мумура, иди сюда, с лестницы спускаешься, как вин зашел, и направо, к трофейным разрушителям. Суманите меня, парни, я же еще вообще не понял. Так, срез вместе с Алисочкой. Как? Дэн, садись вместе с Рылом тогда. Где Рыло? Вон Рыло стоит, шаман. Ну давай заряжай, я в башню сяду. Грузись, Егор. Воид за руль, Арчи к нему.
Срез, ты тогда там разберешься с женой сам, да? Ебать, бить по своим машинам нормально? А потом починимся, похуй. Саша, ты там по этим машинам, кто в трофейке, смотрите, кто вообще нихуя не знает, сядьте в мотоциклы, блядь, и все. Те, кто шарят, хоть более-менее, садитесь, блядь, в эти осадные машины по два человека. Не по одному, а по два. Чтоб все осадные машины были заняты. Если, блядь, осадные свободы, значит, с мотоцикла вылазьте и садитесь. Там нихуя сложного нет, как на Ола, блядь, в машине бить. Моя бить. Не идите, занимайте трофейные машины, бросьте мотоциклы пока. Так, бля, построились нахуй. Тот, кто нуб, трофейку, в трофейку по два человека в каждую садитесь. Один за руль, один. Пересядь за руль. Посмотри. Я ебу куда ты говоришь. Под картой у тебя там. Что под картой? Под картой. Под карты, там есть пересесть. Пересел? Те, кто сидят в трофейках, именно во втором сидении, которые тягают всякую лабутень, не забывайте юзать первый и второй скилл, он очень хорошо трэш сносит. Блять, ну нахуй вы загрели трэш, ну? Да блять, да похуй. Чё, похуй? Все расселись, да? Всем все объяснили? Все расселись, все всё в курсе, поехали. Вот эти башни надо бить. Ломаем штормовые маяки, убивайте мобов этих всех. Чё, на хард не пойдем? Пойдем. Не работает, трой, все равно лута нет. А, ну тогда понимаю. Чисто респектабельно. По-сиросовски. Разрушители, вот больших мобов все убивают, после этого только переключаетесь в башню, чтобы никого не поубивало. Окей? Не, ну, понимаю, начальник. Understood, блядь. Начальник. Зерштейн. Я хуею, судей, кто сидит, блядь, в трофейных за пушкой. Вы можете, блядь, не вверх стрелять, а нормально стрелять. Чисто салюты такие, блядь. Бор, притяни. Дай пошмалять, ну. Большой он. Подорезал. Блядь. Ну что, я сам получил данного суда. Это бы такой босс кринжовый пиздец вообще. Че, на этом, на жизнь поехали? А великан нахуй, на великана наехали. Опа, опа! Тяни. В Долоранову нахуй. Загрызли, блядь. Я бы сказал, запинали. Забодали, блядь. Так, Крей, будем ломать, не? Нам вниз же надо, да? Вниз, пацаны, вниз. Башня жизни. Так ее отсюда можно, с балкона. Она нет, не стоит. Там сейчас танк добивали, доставали. Танк летит. Опа, ну и... А че так летит? Вы все вниз не едете, кто-нибудь оставайтесь здесь, на середине, поедем наверх. Налево, Ребята, не стесняйтесь танк бить, у него там 8 лямов хп, блядь. Поможете, блядь? Тяни вот эту, Егор. Его колчеданом, не бойтесь. Ребята, помогите с танком, блядь. Танк. По нём хп так медленно падает, пиздец. Надо колчедан стакать на нем. Надо по одному, сука, говорить, нахуй. Тут ни одного колчеданчика, блядь. Уебались в башне жизни все, помогите в танк убить. Будь ему хуёво. Лещи. Тяни вот этот, Егор, впереди. Ой, поехали налево туда. Пиздюков сломайте случайно. Башню сломайте, не будет. Масло налили вы, аккуратно. Ну, как-то вроде башня мёртвая. Нет, масло не лей, от него толку ноль. Максимум. Я разбил. Он нечаянно раздуплился. Толчедан, наверное. Агрессив, я тебе это... Убираю.
Когда 50 у нас, еще тебе ярче. Еще ж КД не поймал, правильно? Нет, конечно. Колчедан сейчас собирает, кто может. По соточке каждый. А мы, он никогда к нам не попадет. Нет, нужно в комбате уже. Хотя... Когда мы там запулим, потом... Будет, да, по-моему, монет? Это, Егор, сбей тут колчедан. Там будет колчедан. И притяни. Достаешь? А где школьник, где нечаянно? Где стайл? Тяни. Школьник, где стайл, где? Нечаянно только нет. Нечаянно, наверное, летит сам, наверное. Ну да, можешь пока двигаться. Убиваю. Тяни еще его. Мы сейчас башню убиваем. Рыло, беги ко всем остальным, пожалуйста. В одного не делись. Не проебите машину, блядь. Если у вас мало хп, блядь, отъедьте назад, чтоб, блядь, все другие пускай поубивают. Потом зайдите, почините. Да не, у нас все хорошие хп. Так вот, у вашей машины... 60... Только что, это, да, 63% впитывали, блядь, там здорово. У тебя починка будет, поди, слева. Сейчас вон починимся, да, тут есть. Все, ломаем дальше маяки штормовые. Подбивай, Егор, колчедан. Где-то еще одна башня должна быть, да? Слева. Да, да. И прямо на мосту. Да. За мостом там где-то великан ходит, тоже я ебаню. Ребят, тут за нашим разрушителем один. А тяни, подтягивай, подтягивай. Тяни вот этот, Егор. Там у нас великан сзади сагрился. Ну давайте, давайте, давайте. Разверните сзади. Великана убьем. Сзади, сзади великан. Не тот, что на мосту, сзади. Так я не понял, а чем суть хардмода тут на этом боссе, блядь? Башню не убивать. И, типа у него будет бонусы, да, где-то босс? Да, у него много хп будет там, но... Можно, блядь, будет выходить трэш, который, блядь, вообще неприятно дамажит, и должны будут мотоцикл водить, там, куча всякой хуйни, короче, доходит. Короче, его нужно, типа, будет грамотно раскайтить, да, раздамажить. Угу. Надо быстро задамажить. Егор, притяни от колчана. Что там 8 стаков нахуярил? Он... На мост пойти. Поехали. Сейчас мы поедем. Кому надо, почините и заедьте. Половы же здесь, да, был колчедан в начале боя? Да, да. На круг заезжает и чинишься ты. Круг такой зеленый, блядь. Ну как на офи хоть настроили, а то, блядь, помню. Как все начиналось на цирпе. Поехали, Суф, обратно. Так она же мертва, чего добивает ее, блядь? Школьник, блядь, на острове Кильдонас, все в порядке? У меня суммы вообще не было. Как? Бля, добежать? Долететь. Я только зашел в Дискорд. Давай, потягивайся. Тихонько. У кого, кто сидит в трофейных осадных машинах, место есть? Есть такие, кто там сам за рулем? Ашки, по-моему. Прямо, вот там башня еще. Ашки место есть. Че, мне самому лететь? Да. Ну, там в машинах все уже. Да. Вы не пульте, трэш, в центре, алё, блядь. Там пошмаляют. Колчедан наверху, аккуратно сбивайте, просто. Не собирайте сейчас колчедан, пока это... Да, справа не собирайте колчедан под боссом, который будет. По прямой собирайте, что пригодится в будущем. Сейчас будет милично, да? Вот. О! Больше у деда. И там настолько больше воды дадут, что вау! Вблизи бейте. Она же сейчас дохнет. А, она работает так, что ли? Нихуахуа. Да. Я забросали, блядь. Да давай, еще ускорение, сейчас на круг я не заезжал.
У нас круг есть, давай тоже ускор. Слипи. О, лагерь какой-то. Давайте сейчас вот этих мобов, которые там стоят с пулем, выведем обратно сюда же. У нас полрида не починилось нихуя. Заезжайте, все чините, Саня. А если сейчас кто-то с пули тут этих двоих больших, которые стоят под воротом, и, блядь, потом выйдет утюг. Ну он не с пули, Саша. Он не с пули, Саша, можно вот сюда. Ну, он не с пули, да, сразу. Вот сюда успеть надо выехать будет. Всем. Назад, вот где стоит вот эта починка, вот туда всем надо будет вернуться. Аккуратно с пульте и как бы это, да. И убегайте. Вы глубоко не заезжайте, с края стойте просто. Да, да, с краешку их вообще с пульте и уезжайте сразу. Бэк-бэк педальки просто. В дальнего смотрю, все, спулили? Все, выезжайте все. Там они все спулили. Суф, назад, наоборот. Сейчас босс появится, по идее мы можем сейчас сумануть, наверное. Ну, либо, по крайней мере, подождем там нечаянно, школьник. Да, наверное, суманем, мне кажется, комбата не должно быть. Да, вылезает утюг, потом наши, потому что мы снаружи находимся, пушки ломаются и появляются новые, блядь, и мы можем суманить и что угодно делать. Утюг будет просто по центру стоять. Главное, да. Чтобы не было. Хотя это Сирус, блядь. Ну. Так, и чё, а в... или чё, блядь? Так, кто-то, блядь, походу не сабился. Ну всё убили, блядь. Он запускается сейчас. Сейчас вот поговорим. А, нет, всё нормально. Да-да, пиздец. А-а-а, комбат висит, блядь, здорово. Сейчас, сейчас скинется, он заивейдится, по идее. Всё, он заивейдился. Давайте шкаф. Через портал вот этот сейчас. А, машины шо? А, машины обратно появились, да? Порядок. Да. Так, Егор, иди сюда. Так, Максим, куда? Грузись в нашу. Мы? Ну ты где? В нашу ласточку, кто? Блядь. Кого это? Кого сумонить? Нажмите плюс. Школьная наша буханочка. Кто сел? Что за хуйня? Нахуй. Зачем так делать? Кому нехуй делать, блядь? А чего? Ты мою ласточку сломал. Савке, давай я к тебе сяду. Садись, Егор. Я тебя не вижу, ты где, Макс? Садись, я сейчас... Сейчас. Давай, ладно, я нашел. Школьник, тебя засумонили? Не выезжайте, да, трофейки, пока вам второе место не займут. Подождите, трофейки. Нечаянно. Ты в инсте? Если вы пустые, станьте там, где стояли. Макс, ты все в пушку? Я в пушке, да. Ну, бы со мной? Да, с тобой. А, ну все. Значит, смотри, ты не шеришь. О! Санёк, распределитесь там по тачкам. Слышишь, тачка, ну подожди, понимаешь? Давайте попробуем еще хуйню бафнуться. ХП станет больше у машины или нет? А ну ебаните, пристабав там лапу, каску. Нет. А ты лево зависит. Не, невосприимчивость. А ну надо его, не ну все так же. Вообще у моей машины больше ХП. И там левел влияет на пушку. Да, походу. Да. Так, все по тут. Тактике. Все тут, нет? Нет, нечаянно где-то ходит, блядь. Сядь в машину, сука. Ну, по тактике просто разрушители хуярят 1-1-2 по нему и собирают колчедан. Мотоциклы должны дальний колчедан, который далеко от разрушителей, привозить к нам, чтобы мы его собирали. Типа подвеска разрушителю и все. То есть здесь мотоциклы, чтобы водить цветки, нахер не нужны. Все, ясно. Блять, Женек, почитайте кнопки. Нахуй вы задаете ёбнутые вопросы, блять. Кнопка, которая дамажить, возить, блять. Ну пиздец, вы что, не можете прочитать? У тебя, блядь, иконка крюка и иконка, блядь, стрелкового оружия. Камень, да, Долоран, хуяришь, оно, блядь, колчедан подвисывает, кидается, блядь. Ну, на мотоцикле, наверное, если не ошибаюсь. Наверху у вас летают вертолетики, которые вы сбиваете и стакаете 50. Раги, если у вас больше 50, не тяните колчедан. Не бывает больше 50, лимит 50. Ну вот, если у вас не есть 50, то не тяните. Пускай он два раза стакнет, потом тяните. Только 20, когда у вас уже есть, тогда говорите своему напарнику, притяни, блядь. Все. Какие охуенная инфа, человек спросил, потому что он на мотоцикле. Как их привозить, нахуй? Эй, блядь. Ребят, вопрос по сбитию колчедана. Надо в таргет брать колчедан? Нет. И, есть, и, надо, а нет. Чтобы притянуть надо, да? Чтобы притянуть надо, да.
То есть будет агриться в одного человека. Этот человек убегает от него. Короче, он каждые 30 секунд меняет цель. В кого выбрал, будет стрелка такая здоровая, блядь, над головой, как на лане, блядь, выносить лужу. Едьте просто от него катите по кругу. Левой стеной катим его. Лужу бьем. Сейчас колчедан вбивают, трофейный разрушитель себе полностью наберите рагуна, чтобы мы вошли в бой, у нас сразу тяни его рагу. Зачем тянуть, если вы можете на круг залезть? Что-то запускается, когда, блядь, на круг заезжаешь. Я сейчас вот этот сзади подъеду, возьмешь. Почему? Я встал нормально, все было, ребят. Притяни вот этот Егор. Чтобы колчедан в комнате, у нас чисто на бой был. Да, короче, этот... Я думаю, мы сейчас его закидаем нахуй тапками, блядь, за 2 минуты. А чё там, типа, лог-дебаф, да, можно кинуть? Наверное. Да, говорят, что, блядь, нормальная тема, на него кинуть проклятие стихии будет на 12% больше урона. У кого руки не подходят заточены из локов, сделайте это, пожалуйста. Давай я сделаю, давай. А, я под... не доверяю. Не надо, блядь. Я готов, нахуй, шмалять, блядь. Команда, ну, все готовы, поехали. Дайте заезжайте, чек. Танки первые, поехали. Поехали, поехали. Шмаляю, заезжайте. Ебить. Так а зачем шмалять? Нахуй, блядь, шмаляешь? Ну, ты блядь, говорю, дайте чек, нахуй. Заезжают, шмаляют. Вы не видите, что остальные не заехали? Что вы нахуй делаете, блядь? Господи, что за кретин? Шмаляем, блядь. Шмалюны ебаные, блядь. Ну, не знаю. До Сашки там другой человек был. Не знаю. Надо заехать всем за линию сначала. И потом да. Бой не а с этой скажу, когда начинаешь. Нахуй стрелять? Я сказал, заезжаем, блядь, начали, блядь, хуярить. Нахуя вы, блядь, дамажите? Я хуй вас знает, блядь. Если вы что-то не знаете, спросите, блядь. Да нихера не смотрите, не видите, как он бил. Там на тот момент кививец был топ урон. Ребята, ну дамажить успеете. Сначала зайдете, потом уже будете все кнопочки тыкать. Лишь бы пострелять, конечно. Нахуй я-то сказал, блядь. Бак на утюге, да. Там вообще все, блядь, танки перебил. Блядь, Сашки, выйди из трофейного... Вылезьте нахуй из машины, сдохните, ебаные, блядь, долбоебы. Сидите, блядь. Какой ты вежливый, слушай. Все мотоциклы, все сдохли, блядь, никого нет. Там маг сейчас, всё. О, с мотоцикла тоже до последнего не сложили. Резайте, блядь. Вставай, ебать, портал есть. Вставайте, ну там портал, блядь. Сразу спускайтесь вниз и портал. На плац, нахуй, ебаш. Рыло, пойдем назад, слетаем, колчедан соберем. Назад, вон туда, да, видишь, куча это валяется. Да там на круг. На круг заехать. Заехать и все, в 50 колчеданов, у тебя. Ну, смехать, пацан любит, что вы начинаете? Егор, садись, да. Я отстаю возле круга. Да, смущает этот круг. Блять, а. кто-то спиздил машину нашу, Арчи. Ну да. Придется разбираться. Ну ладно, отмену тогда. Да, я с тобой. Меня он тоже смущал. Заезжайте все, пополняйте себе колчедан. Кто в трофейке? Кто в трофейке вот сидит? Нет, артстайл. Заедь на круг. Кто в нашу машину сел, блядь? Я хуй знает, кто сел, но кто-то ее увез, блядь. Да какая хуй разница? Вам что, машин мало трофейка? Угнали. Не, ну типа можно с кем угодно сесть, я не вылезьте нахуй оттуда. Назначали людей, кто сидит в машинах. Нахуй вы лезете куда не надо. Кто это, блядь, залез, нахуй? Кикните его к ебаной матери из этой гильдии, блядь. Я хочу в стену спрятаться, нахуй. В машинах сидит я, Егор. В машине сидит Сашке, Слепкот, Срез, Алисочка, Арчи, Войд. Артстайл, с кем ты сидишь? Артстайл, с кем ты сидишь в машине? Он в мотоцикле сидит один. С рылом сидит Слепкот. Слепкот же с рылом сел. Вот, трофей посадись в осадную машину большую. Все, все. Саня, ты где, блядь, потерялся? Вот, все, все. Все, все в машины. Кто там еще без машины? А, Саня, еще,
сначала, подожди. Бегу, бегу. Да, блин, конечно. Ой, блядь. А, ты не трофейный? Нет, не разрушители? Да, да, да. Я в машинах. Я в своем месте. Стоите все за линию, стойте. Не надо никуда нахуй сейчас стрелять, блядь. Шмаляю. Берите нахуй руки свои кривые, блядь, от клавиатуры. Покрашку, танки, все были готовы. Все заехали. Кто-то не заехал на радаре. Или может лагает, не знаю. Заехали. Да, хард контент, конечно. Ну, Женя спит. Женя, заедь. Женя, на чё перебрать? Женёк, кися-кися-кися, блядь. Он читает. Вот, да, Суф, вот по этому крашку вот так двигайся туда. Женёк, блядь! Да езжай, езжай, езжай. Давайте ещё раз в красный Вася, по тактике давай, пройдём. Я что-то не уверен в наших людях сегодня. Хуя тут. Короче, этот дебил будет выбирать кого-то в цель, а ассисты, те, кто сидят во второй, блядь, зоне, должны будут нажать просто ускорение. В принципе, в начале боя это не критично. Трофейные разрушители все жмут 1-1-2. А осадные машины могут впритык приезжать и просто херачить, нахуй, все. А то плюс, все. Друг у друга, Колчедан, не пиздите. Если человек стоит возле него, говорит, что я его сейчас заберу, значит, ищите себе нахуй другой. И да, и не спамьте двойку. 1-1-2, 1-1-2, все, вся все готовы. То есть не тратьте лишний Колчедан. Шмаляем, блядь. Шмаляем. Сейчас можно, нахуй. Сука. Не залезайте, подъебало ему. Он преследует, просто шмаляет. Проклятие стихи не вижу. Да вижу, поесть, поехали. Тихо, блядь. Мне ебало ломаем. Не лейте лужи, сука, под нас. Идите в стены, их лейте, нахуй. Бля, те, кто черные вот эти масляные лужи разливают, вообще не юзайте их. Они нахрен не нужны в обычке. Каст, каст, каст. Отбиваем. На двойку. Егор, тяни. Отбивай, отбивай, отбивай. Отбивай, Саня. Не сбил, все. Отбивай. Кидай, не стесняйся. Наверное, промазал, бля. Наверное. Сейчас следующий собьем. Наверное. Вот. Нажимает, что там, тройка? У меня КД, там минута КД, блин. Там минута КД. Кто-то другой. Тройку пошел. Нажми, трофейка. О, красавец. Вдоль стенок ездите просто. Прям вдоль стены. А мотоциклы, блядь, если есть, хотите пользу сделать, лейте прям под стенку. Писи. А лучше не лейте, а просто Колчедан подвозите. Стакайте, Колчедан. А у тебя сколько там КД? Макс? 15. Ну следующий, по идее, будет. Давай, следующий. Мне на первый будет. Саня, валим. Валим, Саня. Душилова, ебать. Тёма, Колчедан, возьми Тёма. Вася, мне показывает. Не говори, не говори. Двойку, как я тебе скажу. Протяни. Я ж тебе пишу. Нажимай двойку, двойку. Нажимай. Крыло. Колчедану, подъедь, пожалуйста. Всё, сядь. Магнутые фреймы у меня не уменьшается. Это у тебя не уменьшается. Выбери своего танка в этом нахуй. Давай собьем, Саня. Давай, давай. На характер сбили. Типа по фокусу его выбери и будешь следить. Понял, понял, понял. Бля, валим. Заебись, молодцы. Лут поменяй. Изи. Лут. А у меня же лутер, нет? О, осколок Волонира, привет, блядь. Дольше собирались, блядь, чем били, нахуй. Осколок Волонира, но Волонира не будет, нахуй. Понял, блядь, спасибо. Ладно, мне, Сань, закидывай осколок, я хочу его собирать. Колечко прикольное упало, кстати. Да, кольцо, кстати, заебок, нахуй. И шея нихуёвая. Без сукета шея. Саня, дай мне осколки, бля, я буду их копить. Дай мне, Влад, дай мне. Потом завезут, блядь. Да не, ну на холли приста, кстати, Волонира нормальная тема, бля, я почитал, блядь. Может, это под героек вообще, блядь? Сказали, его нахуй тут не будет. А почему? ДКшник, Женёк. Потому что это дисбалансно, блядь. Реально. Не, ну хотя на X4 можно было бы вкинуть его, я хуй знаю. А закрылую или на Игниса пойдем? Давай строкрыл, Сань, команды. Страшила. Страшила. Запы, блядь, это на мутика, блядь. А дай их, наверное, этому. Школьнику, блядь. Ну да, ему хорошо зайдет. Точно? Не хочет. Ты будешь мутик одевать или нет? Я прицепился, да? Как хочешь, короче.
Так, народ, вот здесь видите мобы инженера экспедиции. Вот Меткин метку поставил. Вот эти дебилы будут бегать нам чинить гарпуны. Наша основная задача не дать мобам дойти до этих инженеров. Короче, у нас есть 4 лока. Каждый из локов ставит портал, блядь, возле каждой своей хуйни. У каждого свой будет. И как только вы видите, что ваш зарядился, делайте портал и ебените гарпуну в эту кобылу, блядь. Вот. Из земли будут появляться бур-машины, из которых выходят мобы. Один здоровый, он крутит быша, поэтому, чтобы милики не сдохли к херам, в него включаются РДДшники. Во всю мелкую шваль включаются милики. Типа, если РДДшники видят, большого нет, можете помогать сливать трэш. По способностям босса, вокруг вот этой херни, гарпунов, никто не должен бегать, потому что если здесь будет лужа, то трэш, скорее всего, сдохнет. Поэтому наша задача просто бегать дальше. То есть постоянно двигаться там, и прочая херня. Будет всего 2 способности. Первая разливает синюю лужу, вторая просто таргет на тебя херачит. То есть там уже это задача хилов, прохилить. Все. Но если у вас лоу хп, и вы видите, что вас не хилят, то прожмите какой-нибудь сейф или сами похильтесь от греха подальше. Вы еще перед ебалом не стойте, потому что он дышит сбоку. И когда гарпуны починятся, будет так называемая вторая фаза, то есть босса притянет сюда, и мы будем бить босса. А то есть нам нужно будет стоять просто за спиной, то есть ни сбоку, там, ни под мордой, ни еще где-то, просто за спиной, как на обычных других мобах, боссах и так далее. Вот. Ну и на лоу хп он просто перейдет в постоянную наземную фазу, там также стоим за спиной и бьем. Сань, сними ГП, риточки, дай его убрать, ладно. Сам все сделал. Сейчас давай. Ну, конечно, фласки, рыбу кушайте, бафы проверяйте. Все, машины закончились, ебать, будем руками бить. Это, а как понять, что именно твой графон зарядился? Мышка на него наведешь, он будет написано. И будет ДП имя написано у всех. И вот ты видишь, на гарпуне оно стоит рядом, ну, вверх, блядь, а будет заряжено, блядь, вперед. Ты видишь, он сейчас просто в сломанном состоянии. Он будет как нормально выглядеть, типа, блядь. Как заряжено. Ну да. Кто ты? Он просто вырастет и будет как нормальный гарпун, а не туда хуйня разваленная. Еду кушайте, народ. 5 человек без еды. Стресс на боссе будет. Да. Но... Шо мой, когда на первый раз сядет Геру дадим, или когда? Так, а кто сейчас в танке? Кто второй танк? Дать, это второе приземление по идее будет. Кто второй танк после среды? Или второй раз, когда сядет дадим Геру? Давайте второй раз дадим Геру. А на сколько раз сядет? 2 раза? 2 раза. Я думаю, мы за 2 переведем. Смотрите, поставьте паладины ауры, чтобы была и от льда, и от огня. Потому что она ебенит типа стрелу ледяного огня. Давайте тогда под вторую дадим Геру. И танк выпейте сапрута. Да, если есть сапрута, выпейте. Короче, смотрите, еще, когда она станет активная, и там танки, я думаю, шарят, надо будет меняться там по 4-5 стаков, потому что, блядь, будет замедление нереально, ну, не смогут водить.